Так, друзья, сейчас мы находимся в очень интересном месте. Это скала, камень, который называется Плескун. Вот, его почти никогда не видно, но сейчас вода низкая, и камень показался над водой. Примерно полметра над водой он его видно. И вокруг него сразу же идет глубина порядка 4 метров. И вот на катере можно взять и подойти, прямо высадиться. Но благо у меня позволяет, кстати, вот нос сюда очень удобно выпрыгнуть. Совсем рядышком находится форт 4-й Северный.